Всем привет, это City and Traffic, и выпуск у нас такой, посвященный бездомным животным, собакам. Ребят, запомните одно, сытое животное никогда не нападет на человека, ни на ребенка, ни на взрослого. Вы же знаете, голод не тетка. Братан, ты какой-то нервный стал. Не надо его вытаскивать, твою за ногу, убери! Просто нужно заботиться о них, нужно кормить их. Естественно, надо какой-то порядок наводить. И животных жалко, и людей жалко. Ну, не вариант убивать кого-то, не выход из ситуации, потому что мы же все против войны. Когда кого-то убивать, чтобы решить какую-то проблему, это нехорошо. Вот то же самое и с этими беззащитными животными. Спасибо, что выделили 30 секунд своей драгоценной жизни. Всем пока.